Здарова все мои славенькие бабиджончики и кеды пока на проводе. И прямо сегодня я покажу топ-3 моих аккаунта. Первый аккаунт, я на нем не был 5 лет, вообще без понятия, что с ним произошло. На втором аккаунте я не был 3 года. И на третьем аккаунте я не был 1 месяц. Ну что же, ребята, приятного просмотра. И прямо сегодня мы узнаем, что же с этими аккаунтами произошло. Ну чё, дорогой, как тебе эти перчаточки? Ну как по мне, еще те малышечки. Да-да-да, я хотел бы тебе их подарить совершенно бесплатно. Всего лишь надо выполнить 3 моих условия. Первое, лайк и подписка на мой канал прямо сейчас. Во-вторых, напиши любой хороший комментарий плюс твой ID. И третье, самое главное, посмотри все видео от начала до конца без перемоток. Приятного просмотра. Поехали. Ну что же, ребята, это мой самый первый аккаунт. Я был на этом аккаунте миллиард лет назад последний раз, когда еще трава была зеленая, небо было голубым. Вот я последний раз был на этом аккаунте. Посмотри, какой ID. На двоечку начинается. На двоечку. Это один из самых первых моих аккаунтов. Нет, даже это самый первый мой аккаунт. Ну что же, что же мы тут видим? Смотрим профиль. Третий сезон, все по нулям, потому что я уже очень, ну прям очень давно не играл на этом аккаунте. Союзники, ну ясен пень, все тоже по нулям. Сезон номер 2, тоже все по нулям, потому что, ребята, я не был 5 лет на этом аккаунте, ё-моё! И сезон номер 1, тут у меня звание Феникс. То есть, ребята, делал вывод, что 3 года назад Кента ПК играл лучше, чем сейчас. Общая статистика, тут, ребята, все в порядке, 2700 часов, плюс свой КД. Да, 1.06, но тем не менее, плюс плюсовое КД, ребята, поэтому за это лайк, потому что Кента ПК не нуб галимый. История матчей, давайте посмотрим. История матчей нету, куда посмотрим-то? Я тогда еще был даже в клане Киборги. Просто представьте, насколько же это старый аккаунт. То, что я этим аккаунтом стою в клане Киборги. Обалдеть! Я не просто стою, у меня, ребята, солидерка. Поэтому, ребята, кого принять Киборги бесплатно? Пишите в комментариях ваше ID. Блин, слушай, ну пока что все очень хорошо. И меня пугает только одно, почему у меня в инвентаре 136 сообщений. Так, ну ладно, давайте обо всем по порядочку. Профили мы посмотрели, зайчики, друзья. Ну тут, ребят, все как положено, все как надо. Ну, самое интересное, это сообщение. Что же мне пишет в сообщениях? Засал или бот? Гу один на один. Алло, братан, я на этом аккаунте не был миллион лет. Ты вообще как про него вспомнил? Обобин! Обоба! Ау! Так, смотрим дальше. О, еще один обобин пишет. Чекайте на аватарку. Ты лучше, Кентура. Привет, друзья, пожалуйста. Ну ладно, братан, я сегодня хорошее настроение принимаю. Привет, я в Ютубе. Блин, ребят, как он узнал, что он в Ютубе? Опа, пришел скилл через девятку. Привет. Привет, Андрей. Кент, я твой ярый фанат. Братанчик, ну прям то, что надо. Я тоже твой ярый фонтан. Ты снимаешь говнорулики. Зачем взрываться? Так, ну что, ребята, а теперь прямо сейчас я вам покажу инвентарь, потому что я-то прекрасно понимаю, что вам всем абсолютно все равно, что на этом аккаунте, как на этом аккаунте. Для вас самое главное, это что? Это инвентарь. Ну что же, давайте его смотреть. 3, 2, 1, поехали! Вот это аккаунт. Так, ребят, я скажу честно, я думал, у меня тут дорогие арканы, между прочим. Тут дешевые эпики, мы их даже можем вот так вот. Опа-па, а, скрафтить не можем, не хватает одной штучки. Короче, дешевые эпики, все понятно. А где дорогие скины? О, АВМ Феникс, не, ну это хэштег не поганенько. Origin коллекция, между прочим. Да-да-да, ребят, этому скину 5 лет. А АКР-12 пиксель камуфляж. Этому скину тоже 5 лет. Это тоже Origin коллекция. Ничего себе, сказал я себе. Это, ребята, обычно рарочки, ну, сами понимаете, здесь скины для бедных. USP 2 Years, 200 голды, ничего себе. Так, понятно, понятно, понятно. Тут у нас пошли комоночки. У меня только один вопросик. А где арканы? Не, ну я, конечно, все понимаю, что это мой самый первый аккаунт, но арканы же должны быть. Ну хотя бы одна. Не, ну хоть что-то, хоть что-то. Так, пошли чармики. Да ты что? АВМ Дрыган, сколько он стоит? Статрек 284 голды, как-то такое, маловато. Five Seven Vino, вы посмотрите, с какой наклейкой, ребята! Кто тут первый парень на селе? Девочки, пишите мне в директ. А, смотрим дальше. UMP 105 бис тоже с этой наклеечкой. Ничего себе, сказал я себе, ребят, богатая. У нас есть дропаш Артик с Нью-Йорка 2020 коллекции. Так. Слушайте, у меня что, нет арканы нету? С меня же в комментариях все будут смеяться. Обалдеть, ребята. Вот это мой самый первый аккаунт. Да, нет аркан. Я имею в виду в плане нет ножей. Ребята, только что я зашел в историю продаж. И знаете что? Я тупо мега пеп. Потому что я продал 24 ноября и 3 октября продал Origin кейсик за 350 голды. За что? Зачем я это сделал? Я просто не понимаю. Я продал за 350 голды. Да вы просто понимаете. Я не адекват. Я не нормальный.
сейчас Origin Case 6 стоит 7 костарей! Я продал 20 раз дешевле. Если бы я знал, подождал бы 2 годика и стал бы миллионером, но нет, ребята, мы все простерили. Ну ладно, еще страшно, потому что я на этом аккаунте не играл 5 лет. Ну что же, а прямо сейчас мы перемещаемся на тот аккаунт, на котором я последний раз играл 3 года назад. Добрый вечер, я диспетчер. На этом аккаунте, ребята, я не был 3 года. Не, ну ладно, может быть 2, ну вроде бы 3. Вроде бы 3 года не был. Первое, что мы видим, ID на пятерочку 597-503-70. Давайте, ребят, посмотрим, что тут по профилю. Третий сезон, все по нулям. Почему по нулям? Да потому что я вообще не играл в третьем сезоне на этом аккаунте. Все-таки, опять же, все по нулям. Ничего себе, сказал я себе. Общая статистика. А вот тут, ребята, уже есть чем похвастаться. 3.39 КД, 1100 часов онлайна. Ребята, киберспорт — моя жизнь. Так, я вижу, что я последний раз играл 2 января 2021 года. Так, ребят, не со стыковочка, я на этом аккаунте не был 3 года. Не, ну как вам сказать, Я не был 3 года, но иногда, Ариста, разгадывай палкой стреляю. Ну вы поняли, я про эту палку, про побежонщика. Но иногда я заходил на этот аккаунт. Ну вообще, ребят, можно сказать, 3 года на нем не был. Смотрим личные сообщения. Что мне там пишут? На голду. Тип даже не писал, дай голду или что, просто пишет на голду. Только сделай стрим, как мы играем. Давай дуэль на голду. Да вы, блин, надоели. Хватит со мной играть дуэли на голду. Для этого есть стримы. Не пишите мне личное сообщение. Пыжи, дай голды. Я на тебя подписан. Подписан. Я даже не понимаю, как это воспринимать. Это оскорбление или он имеет в виду, я на тебя подписан. Привет, КентПК. Здорово, Андрей. А, стоп, это Проктор. Здорово, Проктор. Так, ну что, леди и джентльмены, тут уже инвентарь поинтереснее, потому что тут целых 617 предметов, ё-моё. Так, давайте вначале посмотрим, что же тут за клан. Смотрим. Ну это просто ор выше гор, ребята, это клан КентПК, ну сразу понятно, ребята, вы знали, это я, ребята, это я. Я тут даже сталидер в этом клане, ничего себе. Так, смотрим, кто же у меня в друзьях. Ну в друзьях, ребята, я, как обычно, никого не знаю вообще. Пацаны, вы кто такие? Погнали, посмотрим инвентарь. Надеюсь, вы готовы, ребята. Если вы бахнули валерьяночки, полетели, потому что, ребята, ща будет жестко. Ух, ого. Я богат, Rival кисечки! Мать моя женщина! 178 голды, что? Ого, ребят, неплохо. И у меня их 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 80, 85, 90, 95, 100. Ё-моё, ребята, у меня их тут штук, наверное, 200. И помимо этих Rival кисечки еще есть Хэллоуин черпаки, лол, что? Ну давайте-ка, ребята, я ради интереса Rival кисечек один-то открою. Ну почему бы нет? Откроем, и мне попадает, ребята, P350 ралли. Статрик, спасибо большое, больше мы их открывать не будем, ребята. Это была плохая идея. Кстати, да, у меня еще есть черпаки. А сколько черпаки стоят, ребят, я тупо богат. Они уже стоят по 1400 голды. И у меня их целых 12 штук, лол, что? Я богат. Этот аккаунт стоит как минимум 1100 голды. И это только начало. О, Rainbow Sticker Паки, ё-моё. Я даже помню, когда их закупал. Я зашел, ребята, пару лет назад и думаю, ну и по-любому этой обнове удалят. И думаю, закуплю-ка их на будущее. Ну, в итоге закупил. Идет 2022 год, а их до сих пор не выпустили на рыночек. Ё-моё, как же их много. Слушайте, а у меня аркана есть или нет? У меня только один вопрос. I have only one question. Так, ребят, пошли. У меня тут уже есть Rival боксички. Есть легендарки какие-то. Так, есть много всего, но меня интересует только, кроме аркан, мне ничего в этой жизни не надо. Я ясно, Анетка, даже ты мне не надо. Арканы. Так, наклеечки. Ну, наклеечки, это хорошо. Фуриус кейсечки, что? Я богат! Они стоят по 400 голды. У меня их, наверное, штук 10. Обалдеть, пацаны! Я богат! Это очень даже хорошо. Ребята, кому нужна голда? Подпишись на мой канал и напиши в комментариях, какой скин у тебя купить. Может быть, куплю. А может и нет, посмотрим. Так, тут у нас чарпаки и даже есть один ножичек. Yes! Да, есть ножичек. G-команда, Floral. Ребят, ну что мы вам сказать? Вот так это выглядит. Аккаунт успешного ютубера. Также у меня очень много разных легендарочек. У меня даже М16 винжек, которые стоят по 500 голды каждые. Обалдеть, ребята. А посмотрите на этот MP7 2 Years. Какие тут крутые блатные наклеечки. Также тут есть даже AWM Phoenix Statrek, который стоит 200 голды. Это очень круто, ребят. Ну, короче, много всего. Вот такой вот у меня аккаунт. И плюс на этом аккаунте еще 5 косарей голды. Ну, а прям
прямо сейчас, ребята, мы перейдем на тот аккаунт, в котором я не был всего лишь один месяц. И я вам покажу, что же у меня на этом аккаунте. Поэтому, ребята, идем дальше! И, леди и джентльмены, вот он тот самый аккаунт, на котором я не был всего лишь один месяц. Я скажу честно, хоть оно и у меня был один месяц, но я все равно все забыл. Ну что, смотрим, ребят, статистику. 2.16 кд. Даже не стыдно показывать, но просто не стыдно, ребята. Смотрите, извините, хейтеры, вот он я, кибер-спортсмен. Сезон номер 2, тут, ребят, у меня по нулям. Сезон номер 1, тоже все по нулям. Союзнички, 1.5 кд. 71% побед, вот это я, ребят, я понимаю. Вот это кендуха, нормальный побежон. Общая статистика, тут у меня, ребят, КД 1.75. Часов на этом аккаунте я провел немного, всего лишь 629 часов, но тем не менее, ребята, ну хэштег не погано, хэштег есть пробитие. Да вы просто посмотрите на эту историю матча, одни победы, ребята. Вот это, понимаю, рожденный побеждать. Смотрим личное сообщение, вот я уверен, тут мне писали недавно. 30 июня, чё? Ну ладно, я не был месяц на аккаунте, меня уже все забыли. Кен, хочу спросить, ты за футболом следишь? Братан, каким футболом, братанчик? Я так за ты по пиджонам слежу. Я буду еще донатить. Кен, купи 5 сен вином. Я на тебя 1500 голды потратил, обманщик. Не, ну, братан, все по факту. Извини, брат, если я тебя обманул, я не специально. Обнял, приподнял. Купи юмпи кирпанк с двумя наклейками. Тим даже не пишет, пожалуйста. Просто сразу пишет скин, типа, кентуха, приказ! Купи! Братан, ну ты совесть-то имей! Совесть-то имей! О, тут у тебя моя аватарочка. О, 1 на 1, можно я? ПЖ, ПЖ, ПЖ. О, вот это любимая категория моих подписчиков. Она не пишет ПЖ, 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 ПЖ. Тут у меня есть свой клан, ребята, Перхоть. Это очень престижный клан. Если вы о нем не знали, то мне вас жаль. Клан Перхоть, ребята, звучит гордо. Перхоть! Перхоть! Ребята, ну если вы хотели бы в этот клан, плюсик в чат. И теперь переходим в инвентарь. Тут-то самое интересное. Честно говоря, я уже все забыл, что у меня есть на этом аккаунте. Ну, как обычно, вначале меня встречают рарочки, эпики, ну и так далее, короче, и прочие какахи. Но меня радует только одно. 53 тысячи голды! Вот это я богач! 53 тысячи голды, да вы понимаете, я могу просто весь рынок купить и продать. Обалдеть, как много, ребят, я не знаю, куда мне девать голду. Ну что же, листаем вниз, вниз, вниз. А Кэртайгер с наклеечкой, ребята. Слушай, а зачем мне этот Кэртайгер с наклеечкой? Кому подарить, ребята? Пишите мне в телеграм-канальчик. Так, листаем самый-самый низ. Что? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Зовите врача, ребята. Обалдеть. Вы просто посмотрите, какой у меня классный есть Дезер, Игл, Якудзи, Статрек. Вот такие вот крутые, 3 наклеечки. Обалдеть. АКРТХ, Статрек. Я в шоке, ребят, насколько я богат. Я даже не понимал. Посмотри, сколько ножичков, сколько аркан, сколько всего. Обалдеть. Это USP Genesis. Да, я сам в шоках. Я не понимаю, откуда у меня USP Genesis. Но у меня есть USP Genesis. Да не просто USP Genesis, а с крутыми 4 наклейками. Обалдеть. Так, ну что, ребят, листаем сам вниз. АКР Карбон. Тут у нас есть наклеечка Аркана, есть Гринчи, есть Бык. Ну, очень таки неплохо. Что? Откуда его? АКР Тайгер с наклейками Арканами? Как? Вау, ребята. Плюс в комментарии, кто бы облизал бы этот АКР Тайгер с этими наклеечками. Блин, я бы его, ребята, отполировал моим язычком. Какой он классный. Что еще интересненького у нас есть? Подождите. Я забыл самое главное, АВМ Спорт В2! Ничего себе, у меня есть АВМ Спорт В2, прикольно! Я даже не знал то, что у меня 2 их оказывается, один на основном аккаунте и второй на этом аккаунте. Еще, ребята, я не обратил внимания, какой крутой у меня MP4 Лизер. Вау, да ты шо? Эти наклейки стоят целое состояние, за них можно купить и продать все органы. Жителя в Майнкрафте. Ха, что-то слишком долго я думал. Блин, ребята, вот это малышечка, ты что? Короче, ребята, вот такое было видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Надеюсь, вы прямо сейчас прожмете лайкусик, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Но если вы, да-да-да, хотите совершенно бесплатно получить вот эти вот очки, потому что они мне не нужны просто бесплатно, прямо сейчас приходи по ссылочке в описании и подписывайся на мою телегу, братуха, телега, перешел, подписался, или ты Пепа, жду тебя там, если нужны на халяву очки, плюс на промики раздыпающие каждый день. Ну ты понял. Все, ребята, с вами был ваш Кентуха. Обнял, приподнял, всем удачи, всем пока.